Ребят, всех приветствую на нашем YouTube-канале компании ProTuning. Меня зовут Фисюнов Павел, я собственник данной компании. Хочу поделиться с вами крутой новостью. Мы открываем новый филиал, уже третий в городе Краснодаре, на улице Российская, 263. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик. Будет интереснейший сериал, который будет показывать супер историю открытия через 45 дней крутого сервиса, который будет обслуживать наших любимых клиентов. Вы будете делать регламентное ТО, техническое обслуживание практически любых марок мы будем выполнять на данном сервисе. Ну и, конечно же, доп. Оборудование, которое является основным нашим локомотивом. Пойдемте со мной вместе, я вам покажу экскурсию, что за здание мы взяли, как мы его будем улучшать. Поехали! Так, ребят, мы находимся в самом сервисе. Здесь уже есть ремонт готовый, который мы будем улучшать под нашу стилистику. Вы знаете наш цвет, это черно-красный. Будет произведен полный ребрендинг, улучшение зоны ожидания клиентов и зоны приема. Идем в сервис-зону, покажу вам, что есть на сервис-зоне. Мы находимся в сервис-зоне. За моей спиной вы видите рабочие процессы. То есть здесь сейчас установлены уже и можно на них работать развал схождения, один четырехстоечный подъемник и 5 подъемников у нас идет двухстоечных. Левая сторона будет задействована под доп. Оборудование и дооснащение. Сейчас мы здесь будем наводить порядок, красоту, докупать еще необходимое оборудование. Также будем делать зону красивую выдачи и будет достраиваться некоторые этапы, чтобы мы могли мыть машины при выдаче и не только. Идем дальше. Мы находимся на прилегающей территории заднего двора нашего нового филиала. Здесь мы планируем обустроить данную зону под автомойку, сделать небольшую пристройку, также произвести благоустройство с этой стороны задней, также с правой стороны будет все красиво сделано по нашей стилистике. Ну что, ребят, немножко вам показал новый наш филиал. Запомните данные помещения и как выглядит здание. И буквально через 30-40 дней вы увидите преображение. Уже даже в следующей серии, через неделю, мы вам покажем уже улучшения, которые мы сделали. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию. Примерно через неделю вы увидите преображение. Всем спасибо за просмотр.